На Урус Мейрамы с радостными песнями и богатым дастарханом, конкурсами и танцами с размахом отметили жители Уланского района. На масштабном празднике собрались представители 14 сельских округов. На празднике побывали мои коллеги. Жители Уланского района с большой радостью приняли участие в праздновании Наурыза. Ведь в этом году его приход символизировал для всех не только начало весны и обновления, но и прощание с коронавирусными ограничениями. Ведь 2 года людям приходилось отмечать любимые праздники, находясь в изоляции. Одним из ярких событий состоявшегося праздника стало театрализованное представление на центральной сцене. От всей души поздравляю с праздником Наурыз. Пусть наша страна будет процветать и развиваться. Народ будет спокоен. Пусть больше никогда не настигнут нас невзгоды и болезни. Всех с праздником. Добра в каждый дом. Один из увлекательных конкурсов праздника на лучшую юрту, пожалуй, никого не оставил равнодушным. Каждый из сельских округов представил свою конкурсантку. И, конечно, не обошлось без угощений. Гости праздника лакомились национальными блюдами, а также можно было насладиться увлекательным рассказом о традициях и обычаях казахского народа. Всем гостям Уланского района мы всегда рады. Здесь в почете гостеприимство. И этот праздник тому лучшее подтверждение. Мы прибыли из различных сельских округов, и каждый здесь очень рад представить свой населенный пункт. Пусть в каждом доме будет изобилие и достаток. На празднике были организованы и спортивные соревнования, в которых активно участвовали жители района. Ведь, как известно, здесь немало любителей спорта. В особенности хранителей древних традиций национальных спортивных игр. Победителям были вручены ценные подарки. Вы знаете, что в Уланском районе сильнейшие борцы в Казахша-Курес. Среди молодых немало подающих надежды спортсменов, и им есть на кого равняться. На своих именитых наставников. Пусть показывают только лучшие результаты. На торжественном собрании выступил аким Уланского района Ренат Курманбаев. Он поздравил жителей с праздником, пожелал им успехов в наступившем новом году. Анна Коцарева, Анна Мацепула, Медет Джумабай, Асхат Ордыбаев, Алтай Ахпарат.